Сегодня в Севастополе штормовое ветрище. Просто жуткий. Сносит кепку, бейсболку с головы. Уже везде валяются листья, желтые листья. Вон. Все туда-сюда мотает. Свист стоит. И стоит при этом жара. То есть вот этот ветер — это просто вот горячий-пригорячий поток воздуха тебе в лицо. Чё-то народу особо на улице нет. Тут обычно в рабочее время выйдешь, и толпа народу, никто не работает. Видимо, живут за счет, имеют какой-то пассивный доход или что, не знаю. Или у всех график 2 через 2. Вон, пустота, никого нету. Сейчас обеденное время.